Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Сегодня мы будем готовить голубцы наоборот. Для этого нам потребуется филе одной грудки, 3 столовые ложки риса, луковица, морковь, яйцо и 150 грамм свежей капусты, мука и соль и перец, и кетчуп 1 столовая ложка. Грудку мы заранее отбили, поперчили и посолили. Теперь начнем готовить с обжарки. Для этого мы лук, морковь и капусту измельчаем и пассируем. Обжарка наша готова. И сюда мы еще добавили вот наши 3 столовые ложки риса. Теперь начнем фаршировать наши голубцы. Берем отбитое мясо и начиняем его нашей начинкой. Делаем конвертики. Но если получается, что конвертик у нас отбитый фарш не очень, не фарш, а пластина, она у нас маленькая, тогда мы просто делаем трубочки. Вот теперь мы наши голубцы все уже завернули. Теперь мы их будем обмакивать в яйце во взбитом. А потом в муке обваляем. И на сковородку обжариваем на разогретом растительном масле. Вот мы масло налили в сковородку, хорошо разогрели. Теперь наши голубцы выкладываем и обжариваем до румяной корочки. Пускай жарится. Наши голубцы готовы. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал.